Business and Technology Services, IT-подразделение Eurasian Resources Group, одно из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов. За последние годы команда BTS реализовала десятки проектов, которые оптимизируют работу производственных предприятий группы, облегчают работу сотрудникам, расширяют аналитические возможности, закладывают базу для построения цифровых сервисов. Самые яркие проекты BTS. Сервис MyERG в корпоративном приложении SmartERG. Это десятки полезных функций, объединенных в одном приложении. Главная цель – дать возможность каждому евразийцу пользоваться корпоративными сервисами прямо с телефона и экономить время. Сегодня SmartERG дает возможность создавать чаты, каналы, быть в курсе корпоративных новостей, получать HR и IT-услуги, обучаться, подавать предложения на фабрику идей, создавать ссылки на Zoom, находить контакты коллег, проверять остаток дней отпуска, записываться на прием к врачу или психологу, подтверждать производственные заказы, оставлять обратную связь по различным вопросам, смотреть расписание служебного транспорта и многое-многое другое. Одним словом, офис в кармане. Мобильная Тора. Проект «Мобильное решение для учета инспекции оборудования и системы мультиресурсного планирования» запущен в пилотном режиме в 2019 году на Донском горно-обогатительном комбинате. Решение позволяет планировать и исполнять задачи по осмотру оборудования, а также регистрировать дефекты. Как результат, повышения надежности оборудования за счет своевременного обнаружения дефектов и качественного планирования обходов, а также сокращения простоев оборудования за счет уменьшения аварийных ситуаций. Как работает мобильная Тора? Инженер по планированию выбирает в системе SAP доступный персонал на определенную дату, затем формирует задание на осмотр для каждого обходчика. Далее работник получает терминал, авторизуется путем ввода логина и пароля, выбирает задание на осмотры, назначенные ему инженером по планированию. После приступает к обходу. При сканировании RFID-метки отражается список операций, необходимых для выполнения на данном оборудовании. При выявлении дефектов обходчик фиксирует их с помощью терминала. После окончания обхода информация с мобильного терминала синхронизируется с системой SAP. В августе этого года, благодаря слаженной работе специалистов завода и BTS, решение досрочно запущено на алюминии Казахстана. На сегодня ведется активная работа по тиражированию решения на Аксузские и Актюбинские заводы ферросплавов. В апреле следующего года мобильная Тора будет доступна на ССГПО, а в 2024 году запланирован тираж решения на электростанции Евразиатской энергетической корпорации и Казахстанском электролизном заводе. ERGK. Так называется следующий проект, нацеленный на учет расхода топлива на предприятиях группы. ERG обладает солидным парком техники, который насчитывает более 3600 единиц. Ежегодно все эти машины потребляют более 180 тысяч тонн топлива. Для корректного учета расхода топлива и эффективности использования транспорта команда BTS разработала и внедрила систему ERGK. Она позволяет в режиме онлайн анализировать и контролировать топливный баланс предприятия, обеспечивать прозрачность процессов и оптимизировать затраты. Система интегрируется с уже внедренными платформами и процессами. За счет современного оборудования она позволяет видеть выдачу, перемещение и расход топлива. Подход позволил исключить появление безосновательных перемещений, списание топлива и искажение данных учета, а также отслеживать фактическую работу и неправильное использование транспорта. Все учетные документы и отчетность ведутся в электронном формате. Ручной ввод заменен на автоматический, сокращено время формирования документов. Переход на электронный формат позволяет сократить использование бумажных носителей и повысить экологичность бизнеса. Система ERGK уже внедрена на ЕЭК, Шубарколькомир, Алюминий Казахстана, ССГПО, Качары Руда, Казхром.